более 6 лет в Украине предлагает лучшие продукты и решения украинским аграриям израильская компания «Адама». Сегодня «Адама» имеет безупречную репутацию, поэтому поставляет более 50 наименований продуктов и решений для сельского хозяйства. Внедряет новейшие технологии израильской компании «Адама» и на Херсонщине. Наши журналисты побывали на полях Голопристанского района, где созрели овощи, арбузы и дыни именно из семян израильской селекции. Председателя фермерского хозяйства «Фаворит» Ивана Яланского на Херсонщине не случайно называют арбузным королем. Уже 25 лет он занимается любимым делом, выращивает невероятно вкусные овощи, арбузы и дыни. Признается, само название хозяйства значит «всегда первый», поэтому на «Фаворите» работают по этому правилу. Иван Иванович сознается, за 25 лет работы сотрудничал со многими производителями семян. Однако последние годы предпочтение отдает израильской фирме «Адама». Лучших аналогов еще не видел. И не зря в его семенном магазине, находящемся на центральном рынке Голой пристани, на семена фирмы «Адама» наибольший спрос. Семена этой фирмы как бы зарекомендовали себя с положительной стороны. Хорошие отзывы покупателей, хорошие отзывы огородников. И сейчас наше сотрудничество перерастает уже в партнерство. И мы, скажем так, довольны этим материалом, то есть наши покупатели. Характерной чертой семян израильской фирмы «Адама» является то, что они высокостойкие к болезням, жаре, и их очень большой ассортимент. Как говорят, на самый изысканный вкус огородника. Вот такие есть томаты желтые, они оранжевого, ярко-оранжевого цвета, очень высоких вкусовых качеств и пользуются спросом на рынке и также спросом у потребителя. И также из такой серии вот интересные очень томаты «Шахор» Черные томаты, шоколадные, как говорят, цвета, они с повышенным содержанием пектина и с повышенной легкостью и транспортабельностью. Поэтому как и потребителю они подошли, так же и производителю. Это уникальные, я считаю, гибриды, за которыми, наверное, будущее. Они высокопроизводительные, высокоурожайные. То есть и выгодно их и выращивать, и вкусно употреблять, скажем так. Продукция израильской фирмы «Адама» исправно служит делу получения высоких урожаев. Вячеслав работает в магазине семян. Рассказывает, действительно, израильские агротехнологии позволяют фермерам добиться больших успехов. Этот семенной материал уже успешно испытали аграрии Херсонщины. Люди довольны уже 2 года, то есть все переходят на фирму «Адама». То есть они устойчивые к болезни. И хорошо работают генетики, нет у него расщепления. В магазине, где продаются семена израильской фирмы «Адама», всегда есть покупатели. Причем они здесь постоянные клиенты. Я вот, например, часто беру семена израильской селекции, которые мне понравились в том плане, что они очень такие транспортабельные, легкость у них очень хорошая. По вкусовым качествам они тоже хороши, как на закатку, так и они идут и в сыром виде, в салаты, например. Я их постоянно беру, выращиваю и советую своим друзьям, подругам, чтобы те тоже покупали семена этой селекции. Душистые арбузы весом до 30 килограмм для жителей Херсонщины и раньше не были диковинкой, но в этом году их ожидает новый сюрприз. Едем по нашим полям, фермерское хозяйство «Фаворит» нашего. Здесь посеян арбуз «Оскар», тот, который семена мы видели в нашем магазине. Это арбуз израильской селекции. Он впечатляет своими вкусовыми качествами и не только размерами. Как видите, он еще не совсем спелый, но уже 20-25 килограмм есть отдельные плоды. И это еще не предел у него. Получали мы по 32 килограмма плоды. Не менее удивлены результатами и размерами бахчевых и представителей фирмы «Адама». Дмитрий – управляющий компанией «Адама» в Украине. Таких замечательных результатов он не ожидал. Настолько красивый, вкусный и большой арбуз. Удивлен даже более. Очень хороший результат. Я доволен. Семена нашей фирмы заслуживают внимания, чтобы люди пробовали, выращивали и зарабатывали деньги. Локальный успех в Израиле фирмы «Адама» превратился в глобальную цель. «Адама» представляет на украинском рынке семена израильской селекции, в том числе и бахчевых культур, арбузы, дыни, томаты, перцы. И это еще не все. Несмотря на тяжелые времена, которые сегодня в Украине, семена фирмы «Адама» пользуются огромным спросом. Люди пробуют, люди узнают. И
с каждым годом у нас как бы больше и больше клиентов и от малых фермеров до больших фермерских хозяйств. Семена израильской селекции выгодно отличаются от европейских, я могу сказать, тем, что селекция проходит на грунте, на открытых грунтах, так же, как и на Украине все выращивают, не на искусственном грунте, а на земле. Поэтому они более адаптированы, более приучены, более устойчивые и очень вкусные. Настоящей бомбой, взорвавшей рынок, оказалась дыня Нелия, завоевавшая доверие фермеров. Плотная, мякоть, грушеобразная, привкус такой интересный, дюшесовый у нее. И, скажем, ее очень хорошо реализовывать. У нее как будто кто-то откалибровал один размер. Нету таких одних огромных, других совсем некрасивых, маленьких. Она приблизительно вся одного размерчика. И, как видите, очень урожайная дыня. У нее очень высокая транспортабельность, легкость. Она может лежать даже в домашних условиях до полутора месяцев, если не в сырости. Очень крепко держится фост. Это очень важно для хранения и для транспортировки. Список фермеров и предприятий, выбравших путь сотрудничества с фирмой «Адама», растет с каждым годом. Компания «Адама» успешно развивает сразу несколько направлений. Продает качественные семена овощей и бахчевых израильской селекции и занимается поставками современных технологий по защите открытого грунта. Цель компании «Адама» – предоставление решения для защиты сельскохозяйственных культур с помощью уникальных продуктов и комбинаций действующих веществ. Компания «Адама» имеет представительство во многих странах мира.